Во Владивостоке стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Тихоокеанская волна». Свои программы с захватывающими пируэтами и прыжками продемонстрируют воспитанницы муниципальной спортивной школы по гимнастике Владивостока. Всероссийские соревнования «Тихоокеанская волна» памяти Юлии Анатольевны Огромской, это основатель движения гимнастики в Приморском крае, проводим третий раз. Соревнования очень объемные. 396 участниц. Начиная с 2-го юношеского разряда и до мастеров. Это 18-й год рождения и 2007-й год рождения, самый старший. Турнир проходит в спортивном комплексе «Олимпийц» до 10 октября. Девушки из 12 регионов будут бороться за лидерство в групповых и индивидуальных упражнениях. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.